Здравствуйте! В этом видео хотел бы сделать обзор секатора Master Tool. Недорогой помощник садовода. Как видим, здесь крепление обычное, которое используется как на большинстве секаторов современных, типа Oasis фирмы тоже используют. Хочется сразу заметить, что он рассчитан на широкую мужскую руку, поэтому женщинам таким изделием будет пользоваться неудобно. Как видно, что материал лезвий сделан из другого металла, чем основной корпус секатора. Используется пластинчатая пружина, ручки сидят крепко. Ну и никакой маркировки стали здесь не применяется, просто есть надпись Master Tool. Давайте проведем теперь испытание его уже в действии. Как видим, ветки где-то до 12-14 миллиметров, 15 максимум, берет неплохо. Все, что больше 15 миллиметров, требует больших усилий.